Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, каких правил стоит придерживаться при уходе за зубами собаки. От здоровья ротовой полости собаки зависит ее физическое и эмоциональное самочувствие. Любая неполадка в полости рта животного может привести к проблемам с пищеварительной системой, а это в свою очередь к упадку сил и настроения у питомца. Каких правил стоит придерживаться при уходе за зубами собаки? Рассмотрим подробнее. Укрепление эмали – первая задача при уходе за зубами собаки. Чтобы иметь хорошую эмаль, животное должно получать достаточное количество витаминов и минералов. Особенно для собак важны продукты, богатые витаминами А, Д и В. В большом количестве они содержатся в мясе, молочных продуктах, яичном желтке, рисе. Своевременная, а главное, аккуратная чистка зубов собаки – второе правило. Начинать чистить зубы питомца нужно с самого детства. В противном случае уже к 2 годам зубы собаки покроются плотным желтым налетом. Приобретите в зоомагазине специальную зубную щетку, зубную пасту для вашего любимца. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед самой гигиенической процедурой. Выбирайте подходящее время для чистки зубов. Должно пройти несколько часов после еды, но при этом остаться еще несколько часов до приема пищи. Лучше всего чистить зубы собаки, когда животное умиротворено и расслаблено. Если вы заметили кровоточивость, опухшие десны, серый налет на зубах животного или другие проблемы в полости рта, немедленно обратитесь к ветеринару. Не откладывайте поход к специалисту, думая, что питомец справится со своими проблемами самостоятельно. Если вовремя не обратиться к врачу, собака может потерять несколько зубов или пострадать от серьезной инфекции. Таковы основные правила ухода за зубами собаки. Следуйте перечисленным советам, и пусть ваш питомец радует вас только здоровой собачьей улыбкой. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!